Здравствуйте! Сегодня мы снова находимся в магазине Миргаза и я хотел бы рассказать о котле Lemax Prime. Итак, поехали. Котел Lemax Prime создан в собственном инжиниринговом центре компании Lemax. Создан он только из европейских комплектующих. Сейчас мы посмотрим его поближе. Данный котел выпускается мощностью от 10 кВт до 32 в нашем случае представлен образец с мощностью 32 кВт. Сначала мы разберем панель управления. Она интуитивно проста. Кнопки плюс-минус с изображением радиатора изменяют температуру теплоносителя. Кнопки плюс-минус с изображением смесителя изменяют температуру горячего водоснабжения. Кнопка меню позволяет войти в меню управления котлом. Кнопка мода изменяет режим работы котла с зимнего режима отопления плюс ГВС, летний режим только ГВС, режим только отопления и режим выключено подразумевает активацию режима антизамерзания. В нижней части котла стандартная компоновка выход в систему отопления, выход горячего водоснабжения, подключение газа, вход холодной воды в котел, обратка системы отопления. Также присутствует кран подпитки и сливной кран. Также на котле существует подключение для контакта заземления и патрубок предохранительно-сбросного клапана. Ну, еще здесь мы видим манометр в данной части. В нижней части котла также мы еще видим шильдик с его техническими характеристиками, на котором изображено модель котла, тип газа, на который настроен котел, минимальное давление газа, параметры электрической сети и номинальная тепловая мощность котла. Ну, в нашем случае 32 кВт. В верхней части котла мы видим место для подключения коаксиального дымохода, а также расширительный бак. Кстати, удобно сделан золотник для подкачки расширительного бака. Еще здесь есть один маленький недостаток. Это при подключении коаксиального дымохода у нас лицевая крышка котла тоже будет прикручена к данному креплению. Ну, говорят, что в следующей модели, которая уже, кстати, вышла, эти недочеты уже исправлены. Возвращаемся к расширительному баку. Хотелось бы сказать, что в данной модели он 8-литровый, в моделях мощностью до 24 кВт они 6-литровые. Перед тем, как снять крышку с котла, хотелось бы еще сделать акцент на том, что помимо индикации... На экране о наличии пламени существует смотровое окошко для ну, того же контроля пламени. Ну, я считаю, что это в принципе очень удобно. Для того, чтобы снять лицевую крышку, сначала нужно открутить три болта в нижней части. Так. теперь мы откручиваем два болта сверху. И после чего мы уже сможем снять крышку. И теперь мы с легкостью снимаем лицевую крышку котла. с внутренней стороны крышки котла мы видим тепло-шумоизоляцию, которая обеспечивает хороший уровень акустического комфорта в условиях, ну скажем так, если у вас котел установлен в квартире или где-то на кухне в своем частном доме. Также элементы шумоизоляции видны и на корпусе самого котла и в районе панели управления. Если сейчас видно, то можно разглядеть теплоизоляцию и на задней части котла. Сейчас откинем панель управления и более подробно рассмотрим все элементы нижней части котла. Для этого нужно открутить вот эти два болта. И я думаю, что наша панель управления легко откинется. Так, ну у нас сейчас держат ее контакты свечей ионизации и контроля пламени. Мы их, наверное, откинем, если это возможно. Возможно. Так. Так. И контакт заземления. Мы тоже откинем, чтобы более подробно было видно нижнюю часть. Так, оп. Все. Вот. Ну и первый плюс, который мы сразу же видим, я бы сказал, он бросается в глаза, это большое количество места для обслуживания и ремонта котла. Также мы здесь видим Сервопривод трехходового клапана. Ну, и я думаю, сам трехходовой клапан. Так, смотрим. Да, эти сервоприводы сейчас применяются в котлах Bax Ecofor, Fortech. Трехходовой клапан. Ну, похож, я бы сказал, на клапан от Экофора. Так, также этот сервопривод применяется в котлах Restone Edges. Плюс. Так, вернем его на место. Газовый клапан у нас Сид, насос ВИЛЛА. Э, гидрогруппа данного котла фирмы Отма. Что еще можно сказать? Э, плата здесь установлена э, фирмы Нордгаз. Так, ну здесь мы видим датчик протока системы ГВС предохранительно сбросной клапан на 3 бара. Так, ну, сейчас мы чуть-чуть переместимся и чуть-чуть подробнее рассмотрим, что находится сзади. Сейчас это не видно. Так, ну, и с этого ракурса нам видно автоматический воздухоотводчик, реле минимального давления контура отопления. Также очень интересно сделано подключение расширительного бака к самой гидрогруппе. Я бы сказал шлангом высокого давления. И фитинг такой же. Что еще? Здесь у нас установлены датчики температуры данной системы ГВС. Накладной датчик Nordgas. И здесь у нас системы отопления, аналогично Nordgas. Так. Ну, я бы сказал, удобно сделаны накладные датчики, скажем так, легко их диагностировать в процессе ремонта. Не нужно сливать ни систему ГВС, ни систему отопления. Так, а теперь откроем камеру сгорания. Да, тут, конечно, не как в европейском котле. Болтов будет побольше. Итого у нас их здесь 7 штук. Так. открываем крышку камеры сгорания. Так. Мы видим, что котел тестировался на заводе. О чем свидетельствует, скажем так, темная термоизоляция. Ну, что здесь? Здесь мы видим теплообменник фирмы Valmix и свечи розжига и ионизации в верхней части котла мы видим установленный на медной трубке подачи в систему отопления, датчик перегрева теплоносителя. Также в верхней части установлен вентилятор СИД и прессостат. Что бы еще хотелось сказать: компания Lemax выпустила очень хороший котел. Качество сборки и его функционал я бы оценил на твердую пятерку. Что позволяет ему конкурировать и в какой-то степени побеждать многих европейских производителей. Лично я бы порекомендовал данный котел. Ну, еще хотелось бы сказать, что, насколько мне известно, котлы претерпели небольшой рестайлинг. И в ближайшее время... Мы сделаем презентацию, разборочку котла уже после рестайлинга и посмотрим, что же в нем изменилось. А так, всем спасибо. До свидания.